О, ну, кстати, мне нравится быть соседом. Я такая маскулистая, с лопатой. Со мной никто, ко мне никто не приходит. И я никого не ставлю двойки, потому что, ну, конечно, никто не приходит. Как же это хорошо. Ничего себе, то есть ей нравится быть... что ты ко мне подходишь? Так, ты что, меня изображала, что ли? Или что-то про меня говорила? А ну-ка, сейчас оштрафую на $1 000 000. Не, в смысле? За что? За что? За то, что я так сказала. В смысле? Но я же вам ничего не делала. Разве ты ничего не делала? Что? Мисти стал опять зомби? Вы что, ученики, опять меня превратили в зомби? Но я так больше уже совсем не могу. Мисти! О боже, вы видите? Реально, Мисти стала еще раз зомби! Не подходи ко мне, Мисти! Я не хочу, чтобы ты брала большой мой дневник и не ставила мне двойки! И пятерки, и четверки, и тройки! Иди сюда! Давай дневничок, я тебе там распишусь как раз таки! Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я пранкану училку! 3, 2, 1! Молодец! Я пранкану училку! То есть, Мисти нравится быть соседом? Привет, соседом, не соседом, а привет! Соседом. Привет! Привет! Сосед. Так, смотрите, кстати, Мисти. Она, видимо, пошла на кухню. Так, так, так. Значит, она, хоть, может быть, хочет есть. Не знаю. Ну, если Мисти нравится быть привет соседом, то как реагирует ее муж, Мисти? Как он реагирует на это? Это же очень странно. Так, давайте возьмем термос. Он нам... пригодится. Так, Мисти, ты где? Я тебя не вижу. Мисти. А я иду по бассейну, потому что мне жарко. Прилягу-ка я, пожалуй, на лежачок. Я тебя нашла! Что? Видите, как забагалось Мисти? О боже, это было слишком смешно. Она просто, знаете, сидела такая. Вот так полностью развернулась. Ай, ну конечно, меня еще и Мисти так потащила. Это очень классно. Бедные ваши! Что-то в порядке? Вроде да. Что-то не хрустит. А, хрустнуло только что. На самом деле нет. Так, давайте откроем морозилку, посмотрим, что у Мисти в морозилке. Влог. Что Мисти в морозилке? Так, ладно. У нас полностью инвентарь заполнен. Ну что ж такое-то? Ладно, в принципе, мне кажется, мы потом сможем посмотреть и снять влог. Да за что ты со мной делаешь? Да за что ты делаешь со мной? Что? Что? Это же вообще что-то такое, я вообще ничего не понимаю. Так, ну мне в принципе нравится быть в подвале, но я ничего себе нужного не нашла. Поэтому мне кажется, стоит выйти. И я бы хотел еще сходить на кухню, может чего-то попить или покушать. Разве ты хочешь попить или покушать? Как же это может быть вообще? Я не понимаю. Так, ладно. Посмотрите, что у нас, кстати, в инвентаре есть. У нас есть лом, бутылка, кофемашина или кофеварка. Потом кофе. Типичный стандартный кофе. Ничего в нем нет такого. Поэтому... что это? Это энергетик. Энергетик. Привет, сосед. Ну, понятно, он еще и храпит. Как Мисти с ним вообще живет? А это что еще такое? Так. Здесь какой-то у нее есть. У нее есть какой-то пароль. Я кинула только что лом, и у нее он не сломался. Ай. Хи? Китс. Ну, там еще с буквами, с цифрами, с ненужными, то есть. Сложный код-пароль. Код-пароль. Код. О, мне кажется, у меня просто появилась идея. Я тут на Амазончике-то заказала крышечку с доставкой супер быстрой.
на вертолете, самолете, вертолете, там еще куча пересадок, и это все приходит за 30 секунд. Я не понимаю, как. Поэтому давайте мы с вами возьмем лестницу, и нам нужно знать, куда. А Мистик, кстати, сюда идет, походу. Так, я что-то вылетел там моего ученика. Пойду-ка я на второй этаж, что-то там, может быть, сейчас... А, вот он! Мне не показалось, оказывается, это реально был он. Так-так-так, Мисти, и пока! Смотри, что я поставила там. Видишь? О! А, мне кажется, я потерял своего ученика. Конечно, ты его потеряла, но ты же сама понимаешь. Как ты можешь не потерять до своего ученика? Когда ты не видишь даже, где он. Ну, очевидно же, лестница поставлена. Вот лестница, вот ты. Ты видел, что он поднялся. Что бы сделал бы ты? Поднялся или бы потерял его? Хотя ты видел, что это. Ладно, давайте поставим кофемашину и засыпем в него кофе. Оно все перемешивается? Нет, не перемешивается. Короче, все уже готово. И давайте это все перельем в термос. В принципе, нормально. В принципе, кофе приготовили, и, ну, можно перелить в термос. У меня один вопрос. Как меня увидела Мисти с первого этажа? Кто твой готовит кофе в моем доме? А, вот она почему заметила. Ну все, держись, ученичка. Ученичка? Что? Я тебя все еще вижу. И что? Ты что, можешь подняться, что ли? На... по лестнице? Довести, увести даже она не может такого делать. Разве? Я все могу! Мисти? А, она просто прибежала. Ну все, я тебя вижу! Смотри, что я сделала! Ну все, я бегу к тебе вниз! Но я так больше уже не могу! Ладно, раз Мисти там не может что-то, то давайте пока что мы заберем крышечку, клубничку. Зато мы быстро бежим, кстати, это, в принципе, плюс. Кажется, я опять потерял своего ученика. Вот теперь точно, даже не знаю, куда он убежал. Ага, значит, не знаешь, куда убежал. Мисти, я здесь, ку-ку. Теперь я точно вижу, я слышу его. Так и знал, что ты где-то прячешься. Держите яйцо в лицо. Ого, какое сочетание. Яйцо в лицо. Поэтому давайте так аккуратненько, очень аккуратненько пройдемся. А, нет, неаккуратненько. Да что ты прыгаешь-то через кусты? Спортсменка, что ли? Я? Конечно же нет. Какая спортсменка я, блин, вам? Вообще, что ли? Ну все, ладно. Я пошел тогда тоже к тебе в дом, чтобы тебя поскорее поймать. И двойку наконец-таки вручить вместе с лопатой, с картошкой. Так, ладно, я включила радио и могу спокойно идти, в принципе. Ну, сами все понимаете. Так, ладненько. А вот, наконец-таки мы дошли до блендера. А здесь вот влог, что увести в морозилке. Только лед, который нам понадобится для банка. Так, теперь засыпываем клубнику. И теперь... Что я засыпала? А, кофе! Нет. Я засыпала... В принципе, ладно, неважно. Так, а вот теперь это нам надо все это... Смешать. А, крышку я там туда поставила, точно. Так, и теперь все перемешиваем. И это еще раз добавляем в кофе, получается, этот коктейль. И получается какая-то... Смешивалка. Ну, короче, получается не особо вкусно, я так вам скажу. Потому что это не очень вкусно. Так, ладно. Тогда давайте мы сейчас его поставим вот сюда, прям перед глазами, чтобы мозоль его мести. Чтобы она его подошла и выпила. Так, а... Кстати, я помню, видел то, что термос какой-то стоял. Прямо на первом этаже. Неужели я его никогда не видела? Видимо, я его даже не видела никогда. Вот это я слепая, конечно. Ну ладно, выпьем, в принципе. Нормально. Что со мной опять стало? Я опять стал соседом? Как же так? Я же недавно была Мисти.
Что я выпила? Мне что-то плохо становится. Давайте я двойку вылечу, все. Ну сейчас я тебе точно дам лопату, чтобы ты копал картошку. Я копать картошку? Нет. Я так не хочу копать картошку вашу эту. Что? Мисти стал опять зомби? Вы что, ученики, опять меня превратили в зомби? Ну я так больше уже совсем не могу. Мисти! О боже, вы видите? Реально, Мисти стала еще раз зомби! Не подходи ко мне, Мисти! Я не хочу, чтобы ты брала больше мой дневник и не ставила мне двойки! И пятерки, и четверки, и тройки! Иди сюда! Давай дневничок, я тебе там распишусь как раз таки. Так, что-то я сегодня хотела бы коктейль выпить. Капустно. О, боже! Это что, был такой невкусный коктейль? О, так, ладно. Потом еще раз выпью. Но только уже другое, а то совсем уж мне плохо стало. Ого, вы видели, что стало свести? Она выпила коктейль, да ей стало плохо. Ну, решила она потом еще раз это повторить, такой экспериментчик, эксперимент сделать. Кто там? У меня Гавайи звонит. Кто? Да это же понятно, это я к вам в гости пришел с тортиком. Сразу. Поэтому давайте мы поставим сюда два капкана как раз таки. Целых два. Прикиньте, два капкана, она вообще попадется. Не, надо было три, чтобы она спустилась и на какого-нибудь точно попала. Ну, в принципе, это без разницы. А, вот третий. Ну, ладно, смотрите, там тот коктейль. Вот. Вот этот коктейль. И здесь, смотрите, здесь какая-то кастрюля. А, не кастрюля, а какая-то большая миска. И здесь яйца. Давайте мы проверим, какой гнилой. На всякий случай. Ну, вы сами понимаете, зачем. Так, этот хороший. А, я поняла, какой плохой. Все. Ну, какой не очень. Этот. Вот видите, даже показано, то, что он плохой. Я тебя вижу. Мисти, я тебя тоже вижу. Все хорошо, Мисти? Нет, конечно же, все плохо. Ты что вообще? Я? Я совсем нормально, ты что? О, я уже бегу за тобой. Ну, я же понимаю, что ты бежишь за мной. Поэтому... Так. Она что? Она пошла опять на кухню. Это нормально вообще, нет? Так, ладно, может быть, пойду отдохну, что ли? Тебе? Вести отдыхать? Тебе, Мисти, вредно очень отдыхать, я тебе скажу. Тебе нельзя отдыхать. Фух, она пошла на второй этаж. Главное, она идет всегда через тот ход, где нет капкана. Ну все, я реально так больше не могу. Так, ладно. Вот у нас яйцо есть уже гнилое. Поэтому давайте мы его... И знаете, когда положим? А я не скажу, а это секрет. Так, а нам нужна именно корица еще для этого пранка. Корица. Тухлое яйцо. Плохое тухлое яйцо. Испорченное яйцо. О, испорченное. И все идеально просто. Все идеально. Так, ладненько. У нас есть тортик, и сейчас Мисти. Я кое-куда его запульну. Прям в голову хочу. Мисти. Так, ладно. А, вот ты где. О, боже. О, у меня что, голова в торте? О, боже, я только помыла голову. А, иди сюда, малыш. Ну и где же он? Я совсем его потерял со взгляду. Боже, Мисти, тебе очки уже надо, наверное, надевать. Пора. А то вообще она... В бассейн, конечно же, нельзя. Мисти его закрыла на суперпрозрачный скотч, которого не видно и которое сильно это... Что происходит? Которое не видно и которое типа сильнее. Ну, это такая шутка. Если что, это шутка. Как будто бы мы не догадались. Так, ладно. А, Мисти уже на втором этаже. Как она так быстро успела? А, это я, по-моему, спустилась. А, да, это же я спустилась. Так, ладно. А вот и наш как раз-таки блендер. Блендер. Который нам понадобится. Так, давайте мы сюда запихнем тухое яйцо и еще корицу, чтобы все-таки пахло вкусно. А то если оно будет пахнуть отвратительно, то Мисти сразу нас запарит. Все-таки, поймите, это логика. Поэтому давайте мы сейчас встретим Мисти с тортом. Мисти, держи.
Что? Это ты опять? Ой, как я тебя испугалась! Один вопрос, Мисти. Зачем ты... Ты увидела меня, побежала на второй этаж и отдышалась. Видимо, ты меня совсем испугалась уже стартом. А, вот ты где! А я тебя уже потерял. Вроде ты была бы на первом этаже, но уже на втором. Да, вот такая быстрая, Мисти. Ну, и еще я очень неметкая. Потому что я просто промахнулась стартом. Мисти... Да, конечно, конечно. Вообще, вот такая я. Потому что я промахнулась стартом. Ну это вообще, как бы, Проха, как может промахнуться стартом? О, что, это капкан? А, я мимо него прошла. Как же повезло. Что? То есть я зря в то время ставила капканы? Так, ладно, надо вместе быстрее заманить. Так, ладно, надо уже на крыше бежать, чтобы я не била своего ученика. Ну, сейчас ты догонишь меня. Так, ладно, ладно, давайте сюда. Минус лестница. Потому что я ее хотела поставить, она просто улетела. Почему я не могу просто так спрыгнуть? Так, ладно, пока, пора, пока. Пора бежать отвести. Потому что если... Ага, ну сейчас она попадется на капкан, смотрите. О, боже, как больно. Но я даже и боли-то не почувствовала, опять промазала. Кто, ты или я? Я? О, и где же мой ученик? Мисти опять, походу, сейчас побежит на второй этаж и скажет, что она меня не нашла. И где же она? Я была на первой этаже, она побежала на второй этаж к ванне, к зеркалу, где я вообще ни разу не была. Мисти... Когда у Мисти едет крыша? Просто, ну, вы сами все понимаете, у Мисти она всегда едет. Она уже второй раз, ну, можно сказать, подряд. Ну, вот такое дело. Ну, это вообще просто... Мисти! Так, ладно, пора мне выпить мой коктейльчик. Все-таки он уже там настоялся, я чувствую уже, как он пахнет. Вот сейчас он точно готов, а тогда... Еще не было готов. То есть ты считаешь, что он сейчас готов, да? О, ну наконец-таки я к нему уже подошла. О, мой вкусненький коктейльчик. Пожалуй, я его выпью. А, что? Боже, что с тобой происходит? Я не могу. О, кажется, мне пора кое-куда отойти. Кажется, я становлюсь зомби. Помогите! Что? Я выпил коктейль и стала зомби? А, реально, смотрите! Мисти выпила коктейль и стала зомби! Боже, надо скорее бежать от нее! А то она сейчас кого-нибудь заразит! Может быть, я тоже потом стану зомби? Не-не-не, Мисти, я все-таки быстрее! Я могу, конечно, от тебя убежать, но... Мисти, эта идея, пожалуйста, от меня! Я от нее убежала. Это было очень сложно. Так, ты что, меня изображала, что ли? Или что-то про меня говорила? А ну-ка, сейчас оштрафую на $1,000,000. Не, в смысле? За что? За что? За то, что я так сказала. В смысле? Ну я же вам ничего не делала. Разве ты ничего не делала? Я не поняла, что это за прикол такой отвести? Так, ладно, осталось только купить мне костюм. Для полицейского. Так, осталось только оплатить мой заказ костюмчиком полицейского. Ладно, пошел пока что отдохну, потом оплачу. Ага, то есть она сейчас заказывает себе костюм полицейского и говорит то, что она его закажет позже, да? Вроде бы это она так сказала. И получается, у меня уже есть идея для пранка, представляете? Я быстро так, знаете, сформулировала вот так вот здесь вот. И у меня есть одна маленькая идея. Эй, ты что здесь делаешь в моем доме? Да еще и с тортом моим. Не попало. Что-то я сегодня вообще не попадаю.
Эта Мисси какая-то слишком стала, знаете, такая оп-оп-оп, и все. Все-таки полицейским становится. Блин, а это минус, то, что она полицейским-то становится. Я вечно промазывать стала. Да, вот это тут дела, конечно. Мне это совсем не нравится. Так, ладно, давайте возьмем капкан на всякий случай, потому что... Ну, и лома тоже на всякий случай, потому что... Ну, это вообще не... Вообще никак не пойдет. Так, ладно. У меня лом получается... И что-то еще. Я забыла, ладно. Буду с ломом пока что ходить. Так, она на второй этаж поднимается. Как раз-таки именно где я. О, а вот и как раз-таки здесь... О, у нее еще есть свой пароль. Кружка с чаем. Ого. Так, ну а какой пароль? О, а это что, какие заметки? Что, я испугалась, когда открыла книгу? Хм, помните, я пранканула ее когда-то? Она открыла книгу, и там был паук. А то есть это спайдер. Ну, не спайдермен, это просто спайдер. Паук. Так, ладно. Смотрите, у нее есть здесь... Снотворное, как-то это так называется. Ну, это, короче, когда ты, знаете, вот, например, ешь, и ты спать хочешь. Вот, поэтому вот это вместе, это как раз-таки нужно, потому что она заснет. А то есть я смогу пока что там что-нибудь сделать. А что именно, вы сейчас узнаете. Почему я именно ей, положила вот это вот усыпительное. Ладно, снотворное, буду называть я это так. А, вот ты где? Я вот здесь! А, мой живот! А, не смогла я удержаться, как больно! Так, больно? Так ты сейчас заснешь, не переживай. Все, больше не заходи в мой дом! Ладно, ладно, не буду заходить. Чего ты так переживаешь-то? Ага, ладно, чаечку-то попью. Как раз таки горяченький. Ммм, как вкусно! Ой, что-то так спать хочется. Ладно, прилягу на 5 минут. Ой, на меня это тоже что ли действует? Я тоже спать хочу. О, здесь еще есть как раз пачка. Так, ладно, давайте аккуратненько. Совсем потихонечку. Мисси, ты только не просыпайся, окей? Так, смотрите, давайте мы возьмем карточку Мисси. Аккуратненько отходим, совсем аккуратненько. Мисси, ты спи, пока что спи. А я пока что пойду, потрачу все ее деньги на ее карточке. Ну что, Мисси, ты готова? Ну, это может быть означает то, что это да. Ладно, поэтому я пойду. Ладно, так, давайте. Вводим, естественно, пароль паук, и здесь тратим все на детский дом. Все, теперь у нее нет ни одного рубля, ни одной копейки на ее карте, просто по нулям. Ах, ладно, пойду-ка я оплачу свой заказ. Что? У меня не осталось денег на карте? Как же я буду есть? Да как я стану полицейским, если у меня даже костюма нет? Как я завтра пойду в полицию на работу? Ну, даже не знаю, как ты пойдешь на работу. Я реально не знаю, если у нее даже не осталось денег, но все-таки пранк есть пранк. Поэтому ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Но пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!